Приветствую всех на канале Волк Вар Геймс. Это военная игра с Волком. Мы продолжаем прохождение игры Черные Бушлаты. Значит, в прошлый раз я немножко поторопил события, сказав, что миссия по уничтожению орудия Брунна является последней кампанией большой пушки Манштейна. Но оказалось, что это не так. Нам предстоит как минимум еще одна миссия. Называется она «Капитан Мембелли наносит удар». Сейчас мы прослушаем введение и приступим к игре. Так, батарея Черноморского флота, береговая, 18 июня 1942 года, район Балаклава, Севастопольская оборонительный район, Крым. Весной 1942 года итальянский диктатор Муссолини был уверен, что дни Советского Союза сочтены. Опасаясь упустить свою долю при дележе советского наследства, он направил на Восточный фронт крупные экспедиционные силы. Помимо отборных дивизий и авиаэскадрилей, на войну с большевиками отправились и итальянские моряки. В начале июня на Черном море в обстановке строжайшей секретности появилась так называемая 10-я флотилия МАС. Она была вооружена новейшими для своего времени корабельными машинами и быстроходными катерами. Согласно немецким планам, 10-я флотилия МАС должна была сказать веское слово в морской блокаде Севастополя. Товарищ Федоров, внезапным ударом немцы при помощи итальянцев овладели нашей береговой батареей на южном фланге оборонительного обвода Севастополя. Вот-вот подойдут основные силы немецкого десанта под эскортом итальянских катеров, которые намерены развить наступление во фланг и тыл защитникам Балаклавы. Ваша задача – немедленно отбить батарею, восстановить положение, при помощи береговых орудий отразить высадку вражеского десанта. Так. Это конец введения. Получено новое задание. Захватить все орудия батареи и уничтожить противника в ее пределах. Так, ну понятно, капитан, командир не должен погибнуть. Ну, честно говоря, отношение, конечно, к такому подходу, так вот, если по-человечески, это напоминает фразу из знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию», да, два раза не ходить, там, возьмите еще что-нибудь. То есть я, в принципе, думал, что задача нами выполнена, и мы можем, собственно говоря, рассчитывать на вывод группы из тыла противника назад. Не думаю, что нам еще такую задачу нарежут, честно говоря. Так. Захватить все орудия батареи и уничтожить противника. Угу. Это силами 5 человек, как вы понимаете. Так. Ну, это, собственно говоря, вот эта береговая батарея. Хорошо укрепленная. Кстати, обратите на форму, да, матросов. Она, в принципе, достаточно интернациональная была. И в свое время для меня было каким-то неожиданностью, да, когда я видел немецких моряков тоже в тельняшках, без козы, в принципе, в такой же плоской форме. Ну, она много, в принципе, где применялась. Так. А вот торпедный катер «Маск», который нам показали. Но касательно этой флотилии, можно сказать, что она относилась просто к итальянцам, как, так скажем, солдатам. Было достаточно скептическое отношение. Ну, во время войны, в принципе, а после войны это тем более. Хотя, в принципе, их снаряды, мины и пули убивали точно так же, как и немецкие, да? Но воевать с ними было чуть попроще. Там не отличалось такой выучкой, таким высоким боевым духом, как немецкий. Ну, смотрите, дальше что творится.
десант высажен, и десант неудачный. Пытались нашу батарею захватить обратно. Сейчас нам пятеркой разведчиков нужно сделать то, что не смог сделать десант. То есть катера, на которых они высаживали, были потоплены этими итальянскими специальными плавающими средствами. Ну да, возвращаюсь. А вот как раз вот эта часть специальная, да? А вот, кстати, это место. Итальянские катера 10-я флотилия МАС, которая применялась на Черном море в районе Севастополя. Это, в принципе, были такие очень квалифицированные солдаты, да, которые, несмотря на то, что были итальянцами, в принципе, к советскому народу никаких, собственно, претензий не имели, да, ни по-человечески, ни вообще, как бы, исторически даже. Тем не менее, они показали себя очень хорошо, очень профессиональными солдатами. Ну и вообще, собственно говоря, итальянская школа боевых пловцов, она много дала вообще, как бы, как род специальных войск, как подразделение специального назначения. То есть многое у них переняли и итальянские, и американские боевые пловцы, и, собственно, наши. Вот, наработок и даже технических, наверное, каких-то. Замечательно. А вот это, кстати, он мины ставит. Это вот хорошо, что углядел. Так, а давайте, а кто у нас, кстати, посмотрим на нашу группу. У нас всего пятеро. Так. Здесь? Понятно, у нас один радист. Так точно. Так, это у нас пулеметчик. Так точно. Это вот командир группы. Здесь. Так, разведчик и... Здесь! Собственно, снайпер. Ну, снайпер, ведущий, так скажем, член нашей команды. Собственно говоря, это... Так. Ну что, прежде чем, конечно, подбираться к батарее, нам придется поработать по окрестностям и вычистить их от мелких групп патрулей противника. О, кстати, форма, да, обратите. Он даже здесь в жилете стоит. Это вот жилет спасательный, флотский. Как его тут обозначили? Просто автоматчик. Стоит, дымит тут. Так, а и вот здесь, смотрите, тоже наши ребята. Это развалины какие-то. Непонятно чего. Так, ну что, давайте, наверное. Так. Здесь! Так, ну давайте сохранимся для начала. Прежде чем стартовать. Так. Так, точно! Снайпер. Так, точно! Так, где тут они у нас? Давайте попробуем сейчас зайти с фланга. Так, а вы, в принципе, давайте, наверное, сразу сюда и выдвигайтесь. Потому что мы будем работать по сейчас вот этим двум точкам. Минное поле, конечно, меня интересует. Точно. Так, давайте вот сюда он. Так. Тоже, кстати, он мины ставили здесь. Так, снайпер. Недалековато. У нас далековато будет, надо подойти поближе. Поближе, давайте вот сюда. Так, точно! Давайте вместе. Так, я забыл запустить секундомер.
Потому что время при записи летит, в общем-то, незаметно. Совершенно. Так. Опа. Там патруль еще, кстати, нет. Хотя... Хотя давайте, может, сразу и расшевелим, так скажем. Так. Может, он мины не успеет поставить какие-нибудь. Хотя они побежали куда-то, куда-то. Тут техники нет. Там пулемет Максим, кстати, стоит. И ранее он нам еще в игре не встречался. Что было удивительно, кстати говоря. Так, сюда далеко. Так, давайте мы, наверное... Так. Здесь! Немец впереди, минирует дорогу. Лучше бы обойти это место. Да, это мы уже, да, в принципе, сообразим. Ничего там хорошего. Так, он ступит у нас. Давай, наверное, на гребень сейчас. Да, он выходит. Сейчас мы попробуем так, отсюда, точно! Отсюда пострелять. Так. Отсюда. Здесь! Давайте соединенными силами. Опа, есть, попал. Это бесшумный, кстати. Есть. Так, давайте. А, стоп, он гранатометчик. Не-не-не, гранатометчик не надо. Гранатометчика. Ты вот смотри все-таки. Так, что у меня там может быть? Полезного. Если сейчас техника какая-нибудь появится, то это нам очень поможет. Да, противотанковое ружье у него с собой было. А, так вот мы затарились, можно сказать. Так. Огонь! Опа. Да-да-да. Опа. Так, точно! Так. Что-то тут не рассчитал даже. Так точно! Так. Снайпер. Это, ну, свободный режим огня. Так. Где тут эти гитлеровцы? В темноте трудно играть достаточно. Здесь! А, вот он. Так. Да троица, что ж такое? Так. Да. Ага. Еще один где-то. Плавает. Не понял. Патроны нам пожрут. Так. А, все. Все, всех ухлопали вроде. Так, точно! Замечательно. Так. Что тут у нас? Пулеметчик. Так, давайте, наверное, вы, ребята, сюда. Сейчас будем затариваться. Здесь! Так, кто у нас? Вот, стрелок есть. На дорогу нам соваться нельзя. Потому что у нас нет с собой сапера. Ну, нам мины просто никто не увидит. Так, давайте. Так. Это стрелок. Там мальчик. Вот можно ли сюда? Так, так, так ладно, сейчас давайте. Автоматчик, гранатометчик. Автоматчик, матрос. Матрос. Ну, а матроса что с ним-то? Просто без козырка, без козырка. Так, точно, дальше, майор! Так. Так, точно! Я вот здесь. Так, ребята, вы там аккуратнее смотрите. Сюда давайте. Здесь! Так, где у нас? Ага. Ну, кстати, патроны все отстрелял, да?
Так, давай там. Хотя он к револьверу. Так точно! Ты запомнишь, что у тебя патроны. Так точно! Так, пулеметчик. Пулеметчик, вот у тебя пулеметчик какой-то есть. Отлично. Пополнили мы. Неплохо. Так точно! Потому что патроны здесь выжигаются, конечно. Здесь! Просто на ура. Так точно! Так. Автоматчик, что там? А, ты же связизм. Дайте патроны! Давай. Забирай. Так, командир. Здесь! Снайпер-автоматчик. Так, точно! Короче, стрелка мы посмотрели, автоматчик, гранатометчик посмотрели. Автоматчик, матрос, так. Здесь! Так, автоматчик. Ага, все, всех что ли, да? Ну да. В принципе, все. Секундочку, там еще один валяется. Так точно! Аккуратно это сделать через сохранение. Главное сейчас там не нарваться теперь на... Так точно! Давай аккуратненько посмотрим. Да, замечательно. Так точно! Черт, а автомат по тебе остался. Ну да, перевязывайся, конечно. Вот не сохранился бы сейчас высокой долей вероятности, но бы здесь погиб, пришлось переигрывать. Частенько вот такие вещи случаются. Так, все, перевязался. Отлично, давай, что там у него. Да, мин нет у него. Ну, в принципе, мина нам здесь. Хотя неплохо было бы свои здесь поставить, конечно. Ну да ладно. Здесь! Так. Так. Ну что там у нас осталось? У нас осталось... А, все, давайте кому сейчас... Да, всех в кучу соберем. И вот сюда вот сейчас выгонимся. Так точно! Так, кстати говоря, да, хотел обратить внимание, ну, в исторических материалах тоже встречаются десантный паром Зибель. В общем, название встречалось, а как он выглядел, я, в принципе, не знал до этой игры. Ну, собственно говоря, это вот такое сооружение с двумя 88-миллиметровыми орудиями, зенитными и с четверенным флаком 38. Такая вот интересная штуковина. Так. Сейчас даже не знаю, как вот мы будем тут действовать. Я даже не помню. По первому прохождению этой игры, которая, да, достаточно очень давно состоялась, я почему-то запомнил в памяти, как положилось, как будто мы, наоборот, десант отражаем на эту батарею. Такой масштабный бой. Есть! Поближе сейчас подойдем. Что интересно, привлечем мы внимание противника. А еще же. Пора реальми утре! Отошел по надобности. Огня. Должен быть где-то вот здесь.
прям передо мной был. Нет. Пулеметом, наверное, воспользуемся. Так. Есть! Почему сейчас разрешим временно огонь свободно? Так. Мы зайдем. Так, а здесь у нас что? Ага. Ну, здесь у нас не вариант, собственно говоря. Заставочку. Без заставочки, так скажем, это сделаем. По заставке тоже такое замечание, да? Частенько практикуется при создании заставки ролика вставлять кадры, которые к игре не имеют никакого отношения. То есть у нескольких людей, в общем, такое видел, да? Но, по-моему, это не очень корректно делать, поэтому я все заставочки делаю из кадров непосредственно этого ролика, который, ну, того участка игры, который я прохожу. Так, давайте. Включаем камеру. Где там этот вояка? Что-то мы не видим. Вроде свободный огонь разрешили. Давай! Вот. Прикрывайте огонь! Ах, надеюсь. Немико, иди фронте аной! Пупушка. Так, точно! Чтоб тебе. Снайпер, значит, да? Так. Здесь! Снайпер. Здесь! Это по твою. Что-то не могу. Дайте патроны! Патроны! Так. А это что? А, это итальянские гранаты. Ну, посмотрим, какие итальянские гранаты. Так. Сейчас мы, собственно говоря. Так. А вот сейчас у нас, как говорится, возможны варианты могут. Так, я надеюсь, да, не начнем стрелять. Давайте сохранимся. Понятно, что без сохранения проходить интереснее. Тем более по стратегии получается, но бывают моменты, когда. Собственно говоря, вот в прошлой миссии было, когда мы нечаянно уничтожили сюжетную цель. Кейс был такой, ну как. С документами, в общем. С документацией. Портфель. Мы гранату кинули и получается уничтожили. Соответственно, пришлось бы переигрывать все сначала. Ну такой вариант, сами понимаете, это. Такой вариант не вариант. Так точно, товарищ командир. Так. Так, он соблазнительно стоит, конечно. Ну, честно говоря, даже я не помню даже, как я проходил эту игру первый раз. Совсем не помню. Ножом я так в игре ни разу не воспользовался. Это я посмотрел внимательно. Ровно! Так точно! Противник у нас нож разок кинул. И снял нашего бойца с одного просто броска. Поэтому, видимо, я недооцениваю серьезно этот вид оружия в игре. Так, а что? Пулемет-то где? Пулемет.
Да. Есть. Точно. Есть еще. Итальянский автоматчик. Так, ну в принципе все. Так, точно! Задали мне сейчас так. Здесь! Так, ну в принципе все. Так, а вот еще немного. Так.
понимаю, что нет вообще. Не, подожди, пулемет, стоп. Пулемет надо вас лучше не ставить. У нас вот куда-то сюда примерно. Положение. Боевом, так, давай. Так, сейчас мы попробуем немножко. Так точно! Так, радист. Вот радист за все время нам, по-моему, так и ничего не смог ничем пригодиться за все это время. Надо тебя послать. Так точно! Следующий пулеметчик. Вот сюда. Так. Здесь! Да, командир. Командир вот сюда. Так, ну и снайпер. Так, точно! Позицию мы как бы, ну, хотел идти с другого фланга, но ладно, попробуем сейчас, мы здесь можем сделать. Отлично, противотанкист. Попал. Так, а вот этот уже, мы уже не успеваем. Не успеваем, так, в принципе. Так, точно! Не он так у нас. Так, а сейчас? Успеваем. Главное, что... Гад. Стой, гад. Есть. Так, что тут у нас осталось? Так, умничка. Так, точно! Сейчас мы немножко тут угол сменим. Так, что мы... Углами... Опа. Стой, ты не шевелись. Чёрт. О, стоп. Хороший выстрел, потому что обычно трудновато выбивать щиты металлические. Так. Чёрт, ну поверни сюда. Уже еще сюда повернусь. Смотри, видит, да?
потому что... Сейчас мы это дело с консимляемостью. Пулеметы, то они по нам сейчас могут отработать неплохо. Он стоп. Стоп. Нет. Гад вообще сюда смотрит. Так. Сколько у нас там по видео по времени уже нет? Ну, полчаса. Так. Ага. Мы, кстати, расшевелили сюда. Мне будет еще партия. Так, давай. Не будем чрезмерно спушать. Они, в принципе, сюда же и не подходят. Так. Так. Здесь! Так, я точно! Командир мог. Здесь! Точно! Командир. Так, точно! Что у нас на кате? На этом кате у нас кто-то есть. Да. Насколько я помню, опыт прошлого прохождения, ну, по-моему, получалось занять вот этот паром. Так, давай-ка сейчас попробуем. Я не помню, как он там точно это делает. Что будет? А, он повреждён, кстати. Снарядом он борт разворотил. Так, и где? Так точно! Да, не, подожди, сколько. Так, а что ты не хочешь? Ну, сюда ты можешь? Ну, может. Правда, угол склонения ему это... Угол склонения ему не позволяет это сделать. Так. И, к сожалению, он свободно не может передвигаться. Упал. Так, ну давай, это на флаг. Так. Вот если бы сейчас стоял бы на палубе, можно было бы просто гранату. Склонение у нас не работает. Ладно. Так. Тогда нет, тогда у нас не получится это. Ладно. Какой-то катер стоит, ни на что тоже не реагирует. А, стоп. Блин, пропился сейчас. Здесь мы ничего не можем. Можно было бы по флангу поработать, но здесь толку никакого, потому что уже все сделано. Так, а здесь? Ну, здесь тоже все бесполезно. Так, ладно. А сюда мы достаем? Сюда не достаем. Так, ну давай еще попробуй только. Наверное, с оружием попробуем.
бронебойный, наверное, угасный. Там же котерку нашу. Угасный залетел. Готово. Огонь. Обал. Просто красота. А здесь непонятно вообще. Ничего нам пока с ними не сделать. Ну, в принципе, все, да, здесь мы ничего больше не создавали. Да. Ну ладно. Уничтожили катер, что, в принципе, какая-то подмога, можно сказать. Так, наверное, командир на берег. Так, ну а что мы там будем делать? Делать что мы будем. Так. Командир, ты доплыл, а нет? Так, точно! Дробно! Так, так. Командир, есть, да? Так, точно! Ну, точно. Так. Минус пулемет. А, пулемет здесь у нас стоит. Да, он достает. Маловато, в общем-то. Давай-ка сюда, можешь? Не можешь. Это странно, да. Давай, наверное, сюда приползай. Сейчас мы сюда все-таки двинем. Так, сектор у нас, наверное. Вот так вот. Возьмем сектор. Я даже, наверное, еще знаю. Да нет, слишком перемотан. Ладно, так. Так. Точно! Командир, командир, командир. Точно. Так, радист. Радист у нас. Сюда. Пулеметчик. Сюда. Даже вот, наверное. Вот сюда. Так. Здесь! Так. У нас ближайшие недруги. Так. Что там, а что здесь нужно? Огонь! А АФК ты до него не докинешь случайно? Даже или вот эту вот ерунду? Опа. Раз, два, три. Да. Прикрываем огнем! Попал. Попал. Так, знаете, у нас не особо реагирует на это дело. Здесь! Раз не реагирует, значит, мы вас пощипаем вот тут. Так, нам надо бы вот этого унести. Так. Да! Так, вот этого. Пулеметательно. Что у нас там? Не добивает меня.
так. Стоп. Ты что, гранату что ли пытался? Нет, есть ты. Так кто ты помчался, ты? Дружище. Хотят они с нами связывать. Опа, осветительные ракеты, кстати, полетели. Черт, их толпа тут, кстати, не слабая. Так. Не слабая, но это, в принципе, им все равно не поможет, по большому счету. Все. Ну, кстати, еще один максималец. Так. Так, снайпер ты у нас есть, да, давай-ка. А, стоп, подожди. Тут же у нас мина стоят, да? Так, тут у нас мина стоят. Здесь! Нам тебя нельзя терять ни в коем другом случае. Так, зараза сюда ставимся. Ребята, ну шум вот там был, повернись ты туда. Сейчас мы тебя чудненько убрали, мы вообще красота. Ну. Так, точно, дальше, командир! Так, ну тоже наглость, конечно. Так, точно! Могу сказать. Есть! Надеемся, вот эти ветки у него дают хороший бонус к маскировке. Вот так, зашли. Ага, зашли, ну-ка. Ну-ка. Есть. Так. Что там? Ах, ты, вот ты, гад. Кстати. Движение, да? Опять все побежали. Так. Где-то тут еще один. Давай-ка. Давай. Хорошо стоит. Есть. Вот этого. Давай. Отлично. Так. Тут какие-то лазят к кустам. А, вот я вижу его, кстати говоря. Что плохо стоит, да? Взрывно! Можешь теперь. Что, все равно не? У нас сюда. Здесь должен достать уже.
Да ну нас. Да. А, ну что, не поймешь. Ну, даже я его вижу, ну, что-то. Вот он. Нет, ты прав. Так. Так, точно, товарищ командир! Ну да, вот он, видишь, мы, да. Это что такое? Срывается захват цели. Так, точно! Дальше, да. Все, нам этих двоих убирать надо. Да. А, видишь? Да! Ничего, ничего, как он не видит. Так. Давай, 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 давай. Уже, блин, его достать можешь специально есть. Так. А, еще двое. Нет, еще один. Так. О. Так. Ну что ж, разобрались мы с этими. Так, это автоматчик, пулеметчик. Так. У нас, у нас тут еще пулеметов, ну, полно, два целых максимки. Так. Ну что, стоит нам здесь попробовать или не стоит? Так, этот у нас гранатометчик, этот у нас там, а это они к выход к пляжу как раз держат. Но. В тот раз я помню точно, что я походил совершенно это все по-другому было. Есть. Fire shots! Yes! Prepararsi per aprire il fuoco. Давай, это уйдет. Ножи. Отлично. Так, а здесь у нас еще кто-то лазит, да? Ну, все, ладно. Пока это не принципиально, не опасно. Да-да-да. О, отлично. Есть. За мной! Так, давай. Сюда. Есть. А, о. Еще одна кухня. Сейчас мы у тебя патрончиками разживемся. Так, еще один где-то вот здесь. Тоже, наверное, в листве. Я его даже не вижу. Так, все. Кукушечки наши. Хреновы. Так. Ох ты, ёлки-палки. А, это... А! Ничего себе. В траве вообще фигвинно. Это немцы лежат, да? Или нет? Или наши? Наши, по-моему, ДПшники я вижу. Ах, ой. Блин, да. Ребят, мы потеряли здесь, конечно, порядочно. Так. Ну, сейчас нам патроны интересуют пока. Главным образом. Так.
успеем мы за этот ролик захватить позицию. Так. Конечно, кто у нас еще тут? Винтометчик. О, мы тебя еще возьмем. И ящички посмотрим, что у нас в ящичках. Так, отлично. Отлично. Так, ящики, что в ящиках? Пустой. Ну, я так понимаю, все-таки в тех надо ящиках. Ага, здесь что-то интересно. Надо смотреть в тех ящиках, на которых нарисован там символ такой, как, ну, короче, как знак огнеопасный, типа того. Ах ты гад. Блин, ну развернись, такой человек. Fuoco! Il nemico è di fronte a noi! L'obiettivo è il suono della sconfitta! Due minuti. Так, это у нас вход на батарею. Так, что у нас тут? Хотя нет, вот у них... А, стоп, 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 сюда же бежит гад. Еще один желающий, давай. Есть. И вот этого тогда за компанию. А, четвертый уже. Давайте, давайте, Фокс. Не стесняемся. Блин. Развернулся, нехорошо стал. Так, давай, давай, давай. Есть. Четвертый. Еще желающий есть. Так, что там? Что там? Мы сюда привлекли толпу врагов, кстати. Так. Серьезно. Так, нет. Давай-ка сваливай сюда. Ну вот, в принципе, сейчас, конечно, то, что дело ночью, происходит нам бы на руку. На руку. Отлично. Так. Противотанкист. Есть. Граната! Есть. Есть. Так. Так, давайте сохранимся. То все снайпера терять нам очень не хочется, честно говоря. У нас все игру делают. Так, давай, кто там, видишь что? А, куда там? Пулеметательно. Так. Он парату узима картуча! Так, где там еще? Да-да-да, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чё, мимо. Давай, 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 давай. Чё? Спулемет. Все, уснул. Так, еще один у нас. А, уже. Это итальянцы. Еще один. Давай, сам справишься. Играйте! Все, все, нет. Так, там у нас еще один остается, да? Так, точно! Так, за палаточкой. А, вот он. Вот, хрень прячется. Так, тогда... Стоп, стоп, давай сюда. Здесь. Сейчас мы тебя возьмем. О, он. Здесь! Давай, давай, давай. Есть. Все, перевязка. Ладно, чуть бойца не потеряли, а? Отлично. Так. Так. Ну, а тут у нас все без изменений. Здесь! Давай. Сейчас. Сейчас наших ребят.
поближе. Это, собственно говоря, тут уже и не опасно, по большому счету. Наш товарищ снайпер уже все и, собственно, сделал. И пулемет, наверное, тоже. А, даже стоит. Даже я не знаю, куда потянуть. На взгорок сюда. Точно! Так. Так, ну что у нас тут? 50, почти час времени. Здесь! Почти час времени у нас прошло. Так. Мячик, мячик, автоматчик. Блин, он навалит где-то сколько, а? Там, нет, даже стоп. Вот этого мы там не осматриваем. А, нет. Вот мы как раз осматриваем. Так. Это мяч. А, вот это, по-моему. Патроны нам нужны. А, супер. Отлично. Патроны мы... Взрывно! Что там опять тут? Ты смотри. Гамонные люди, а. И что? Еще есть? Уже пятеро. Смотри, как они за этот пулемет держатся. В принципе, их тоже, конечно, можно понять. Так. Так. Так, точно, товарищ командир! Так, меня вот интересует, что будет после... Огонь! Пушка. Есть. Пушонок. Купил. Как там? Так, точно! Кукушка, кукушонку купил. Кукушку. Капюшон, блин. Ага. Здесь! Она на голову не влезет никак. Ну ладно. Давай будем так пробовать. Ух ты, гад. Сейчас, подожди. Развернешься. Мы тебя поймаем. Мы это сделаем. Так. Второй крендель. Ох ты. Через щиток практически прошла пуля. Так, вон еще один. Так, ну что, давай, наверное, сюда. Двигайся. Так, меня, конечно, сейчас интересует, что будет дальше. Сейчас мы это дело захватим. Все. Сейчас мы это дело, конечно, захватим. А что дальше? Так, давай. Сейчас можно будет... Стоп! Стоп. Еще один, кстати. Сейчас мы вот это... Дойдем еще. Так, ну что, товарищи. Здесь у нас, как видите, опять последствия неудачной высадки. С другой стороны, так сказать. Так. Сейчас просто так, секунду, что там у нас за задание еще раз? Захватить все орудия, уничтожить противника в броне. Понятно, это мы сейчас уже практически все и сделаем. Так, что дальше-то будет? Потому что у меня, я говорю, как в памяти. Здесь! Это такой эпический десант был, что ли? Точно! Так. Опа, а что это вы так стоите? Интересно. Так точно! Так, не помню. Так точно! Давайте сохранимся, сейчас немножко по-наглому створим. Так, так точно! Ты сюда, так ты сюда. Точно! Прикроем огнем!
Они отступают! Отлично! Нам удалось отбить береговую линию! Красота. Что дальше? Так, давайте сохранимся. Что-то аж страшно становится. Ну, наверное, сейчас конец уже, в принципе. Миссии. С помощью захвата... Ёлки-палки. Так. Со стороны открытого моря подходят корабли противника. Занять оборону! Так, ребята. Ну, собственно, все. Сейчас просто посмотрим. И продолжать мы будем вот сохранение, которое я сейчас только что сделал. Что-то нечто такое. Ну, это для следующей части. Нужно будет быстро занять орудие и колбать вот эти вот коры. Ну, собственно, все, давайте на этом закончим. Даже на паузу поставим, чтобы не предвосхищать, так скажем, события. Ну, собственно говоря, вот давайте посмотрим еще раз. Вот это вот наша батарея. Зачищенная от противника полностью. Ну и, как я говорил, да, собственно говоря, вот это вот у меня в памяти сохранило, что будет какой-то десант, и здесь будет такое адское... Совершенно такое... Рубилово с десантниками. Ну все, в принципе, кому видео понравилось, ставим плюсики, подписываемся на канал, пишем комментарии. Внизу ссылочка на донат-канал, можно... рублем высказать свое, так скажем, отношение к моим видео. Также там можно задать вопросы, какие-то предложения сделать. На все будут обязательно даны ответы. Ну, на этом спасибо. Всем, кто смотрел это видео, с вами был Волк. До свидания.